вас, Курникова Замира Хусиновна и ее воспитанники. Еще вчера этих нарядных ребятишек называли малышами, а теперь они первоклассники. Волнуясь и немного смущаясь, выходят на первую в их жизни торжественную линейку. Вместе с первоклашками на площадке перед школой выстроились и их старшие товарищи, для которых этот праздник тоже знаковый. Начинается последний учебный год перед наступлением взрослой жизни. По традиции ученики читали стихи и пели, и, конечно, слушали слова напутствия. Выйдя на этот праздник, знаем, это праздник наш. Ведь сегодня первоклассник – самый главный персонаж. Сегодня с большим волнением, с большим нетерпением мы принимаем в ряды нашей школы первоклассников. Дорогие родители, уважаемые коллеги, дорогие учащиеся, я, конечно, понимаю, что глубокая ответственность на вас всех. Особенно предстоит много сделать для того, чтобы эти дети стали будущим России, нашей прекрасной Родины, чтобы они стали по-настоящему гражданами нашего необъятного края, нашей любимой великой России. Торжественные линейки в этом году проходили на свежем воздухе с соблюдением требований Роспотребнадзора. Родители с пониманием отнеслись к ограничениям и наблюдали за торжеством в отдалении. За порядком на территории школ следили сотрудники полиции, Росгвардии, представители казачества и народных дружин. В этом году за школьные парты в Черкесске сели почти 18 тысяч учеников. Более 2 тысяч из них впервые. Очень волнительно, очень трогательно. Ну, всем первоклассникам удачи в начинаниях. Мамочкам терпения, большого терпения. Я сейчас веду в школу своего внука в первый класс, первый класс А. Готовились заранее? Конечно, это для нас праздник очень большой. Готовились и ждали этот день с нетерпением. Сегодня вот такой у нас счастливый день. С началом учебного года ребят поздравили и представители власти. Торжественную линейку в 15-й гимназии посетил мэр Черкесска Алексей Баскаев. Он отметил, что сегодня делается все, чтобы дети получали знания, развивали свои способности и таланты в хороших условиях. Ребята, хочу пожелать вам быть целеустремленными, добиваться больших успехов, прислушиваться к своим учителям и родителям. И помните, что качественное образование – это всегда основа для успешной карьеры и для благополучной жизни. Те знания и навыки, которые вы получаете сегодня, они обязательно вам пригодятся в будущем. После торжественной линейки школьники отправились в свои классы. Первая учительница, первый урок – сегодня для них все в новинку. Переступая первый раз порог школы и своего класса, ребенок попадает в новый мир. Дети волнуются, переживают, поэтому встреча с учителем должна стать особенно интересной и запоминающейся. Скажите, пожалуйста, у кого сегодня прекрасное настроение? Поднимите. Молодцы, умницы. Если прекрасное настроение, значит, мы с вами будем хорошо учиться. В этом году образовательный процесс начинается в очном формате, но с соблюдением санитарных требований. В школах будут разделять потоки, регулярно измерять температуру, обеззараживать и дезинфицировать помещения. Мария Клокова, Андрей Дорошенко, Артур Мхце, Миха Каракелян. Итоги недели.